Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Ежедневно я записываю видео, которые помогают в увеличении осознанности, потому что каждое наше действие так или иначе связано с осознанностью. И осознанность, она действительно то, что мы наблюдаем здесь и сейчас. То есть это не что-то, что в прошлом или в будущем, а действительные наблюдения. И когда я говорю про повышение осознанности, я говорю о том, что мы можем эту осознанность, то есть внимание, увеличивать. Оно закупорено в прошлом, то есть в инцидентах, которые у нас случались. И когда мы их раскупариваем, снова проходим, возвращаем внимание в настоящее время. Для этого есть действенные процессы. Они называются процессинг, процессинг счастья. Почему я назвал счастье? Потому что это возвращение в момент настоящего времени, в момент сейчас. И получается, тогда уходят психосоматические болезни, потому что они как раз связаны с этим, тем, что мы называем зарядом, то есть те вещи, которые накопились, которые человек не принял в момент травмы. Например, смотрите, когда с человеком происходит какое-то трагическое событие, например, человека сбила машина, он лежит в бессознательности, и все, что происходит с ним, записывается в его уме. И потом при совпадении, малейшем совпадении, это начинает воспроизводиться. То есть у него снова появляется боль, появляется, к примеру, ощущение слабости, депрессия, появляются негативные ощущения, эмоции, страхи, боль. И тогда человек начинает болеть. Вот это мы называем психосоматической болезнью. Поэтому любые болезни, которые сейчас есть в мире, это психосоматика. Так или иначе, болезнь связана с психическим конфликтом. И урегулировав этот психический конфликт с помощью процессинга, мы действительно избавляем человека от этой болезни. То есть мы не лечим симптомы, а исцеляем, то есть ведем человека к целостности, потому что болезнь – это отсутствие целостности. В той или иной мере болезни есть у каждого человека, то есть каждый человек не целостен, просто у каждого степень целостности может быть низкая или высокая, это все степень. И мы повышаем эту степень целостности или осознанности. Вот как раз этим я и занимаюсь в Академии Счастья с помощью процессинга. Я помогаю человеку вернуть целостность, вернуть осознанность. Если вам это интересно, то пишите мне в комментариях или в личные сообщения в соцсетях, они будут под этим видео. И, конечно же, добавляйтесь в друзья, я отвечу на все вопросы, и вы можете записаться прямо сейчас на бесплатную консультацию, где я расскажу подробно о том, как улучшить ваше состояние. И, конечно же, я провожу в среду в 19:00 прямой эфир, на котором вы можете узнать больше о процессинге, задать свои вопросы. И, конечно, я расскажу о том, как можно справляться со своими состояниями и улучшать их. На этом на сегодня все. Вам здравия, друзья, и до скорой встречи.